Беречь детей от проблемных подарков – вот цель других проверок Роспотребнадзора. Ведомство проводит их по всей Иркутской области под микроскоп, и в пробирки попадают образцы самых разных сладостей. Конфеты и шоколад проверяют сразу по нескольким параметрам, первый из которых, конечно же, срок годности продукта. Также специалисты обращают внимание на производителя. Сладости обязательно должны сойти с конвейера промышленного производства. Кустарные и авторские продукты не допускаются. В лабораториях подарки обязательно исследуются на наличие патогенных и условно-патогенных организмов. И это еще не все. Визиты сотрудники Роспотребнадзора могут нанести в места проведения массовых детских праздников, ведь их организаторы обязаны соблюдать определенные требования. Это проведение своевременных уборок между мероприятиями, осуществление своевременного проветривания, осуществление фильтра нахождения больных детей с температурой, с признаками ОРВИ, недопущения, то есть и использование дезинфицирующих средств.